ними происходит убыль костной ткани по каким-либо причинам, чаще всего связано либо с перегрузкой окклюзионной, или с воспалительными какими-то реакциями в области. Поработать руками, пообщаться. Можно много вопросов задать, вот, и достаточно исчерпывающие ответы на них получить, при этом у нескольких специалистов. Тебе понравился курс? Да. Сегодня первый день. Ты успел все поделать? Ну, еще не совсем.